Здравствуйте, товарищи. Мы представители Рабочей партии России. Пришли сюда, чтобы раздать на этой проходной, на КМЗ, в очередной раз партию газет «За рабочее дело». Мы такие же работники и рабочие, как и вы. И понимаем, что борьба, собственно говоря, с капитализмом – это дело каждого человека, и нужно привлекать для всеобщей борьбы, конечно же, больше народа, чтобы люди все же понимали то, что в любом случае ваша работа – это есть эксплуатация капиталистов. И зарплаты, и улучшение вашей жизни и вашего труда зависит только от вас. Для этого и необходимо самим в работу вливаться и понимать серьезность, собственно говоря, всего этого дела. И знать, что наша сила – это в единстве. И принимать участие все больше, привлекать своих товарищей и вливаться в классовую борьбу, в борьбу рабочего класса против эксплуатации, против капиталистов. Так, чтобы все же улучшение, оно наступило. Без вашего участия это бесполезно, этого не будет. Спасибо. Хочется сказать трудящимся, особенно рабочим, что эти проблемы, они копились годами, десятилетиями, все, и поэтому их решить быстро и поодиночке не получится, только организованно и коллективно. Самый лучший способ организоваться – это профсоюз. Да. Поэтому профсоюзное движение развивается в других городах. Вместе с профсоюзной работой заниматься партийной работой и предприятием. Рабочую партию России. Что это за газета? Кто ее пишет? Статьи, кто пишет? Газета, рабочая газета, пишет статьи рабочие с предприятий с разных городов. Поэтому все такие же люди, которые столкнулись с произволом, с эксплуатацией, с несправедливостью на своих предприятиях, которые поняли, что все же здесь нужно действовать, нужно что-то предпринимать, усилия и в конце концов добиваться успехов. Примеров уже немалые есть, поэтому все дело за вами, товарищи рабочие, все в ваших руках. Стальными рядами полцунами советов под красное знамя мы Красного фронта отряд боевой, и мы не отступим с пути своего. И мы не отступим с пути своего. Наш путь освещает, наш штурм капитала весь мир поднимает. Два класса столкнулись в последнем бою, товарищ борись за свободу свою. Товарищ!